Молодец, у тебя так хорошо получается. Пойдем, умница. Да. Ой, молодец. Ой, как ты уже можешь. Каждый день 9-летний Миша Абраменко, как все сверстники, спешит на уроки. Добраться до школьного кабинета самостоятельно непросто. Из-за ДЦП ходить пока получается, опираясь на трости или ходунки. Давай сам считай. 1, 2. Отлично. И получилось у нас 1. Считать и писать Миша учится вдвоем с педагогом. Это еще одна особенность нашего ученика. Кроме ДЦП, у мальчика диагностирован аутизм. Осваивать школьную программу ему проще на индивидуальных занятиях. Когда Миша только пришел в школу, он не мог даже удерживать пишущий предмет в руке. И постепенно начал проявлять к этому какой-то интерес. Стал правильно брать ручку. И какие-то линии у него уже получается выводить. Первые цифры мы начали писать в этом году, и там буквально 2-3 буквы он уже тоже способен обвести. Миша пытается догнать одноклассников, поэтому посещает и общие уроки. Именно здесь демонстрирует успехи. Миша одним из первых в классе научился читать. Что написано? Прочитай. Ма-и-на. Умница. Правда, общаться со сверстниками и учителями пока не получается. На уроках найти общий язык с окружающими помогает мама. Миша произносит предложения и даже читает стихи, но делает это зачастую, когда остается один. Трудности, конечно, в адаптации, в социализации имеются. Не со всеми детьми он идет на контакт, хотя видно, что этого очень желает. Дети к нему тянутся. Диагноз «аутизм» Мише поставили только пару лет назад уральские врачи. Мальчик родился в Донецке в 2013 году. Из-за обстрелов семье несколько раз приходилось покидать дом. В 2019 приняли решение переехать в Екатеринбург окончательно. Здесь у Миши появился шанс на мирное детство. Первый раз из Донецка мы уехали, как только в 2014 году начался первый обстрел. Буквально недалеко от нашего района, где-то 5 километров от нашего района, уже падали снаряды. И это было очень страшно, пока уже бежали аж мурашки. Страшно, потому что в любой момент может в твою квартиру что-то попасть, и ты можешь умереть, и за ребенка страшно. Несмотря на диагнозы ДЦП и аутизм, Миша, как все дети, нуждается в общении. Но без помощи специалистов освоиться в этом мире мальчику непросто. Очень трудно понять смысл предметов, смысл действий других людей. Функция общения для них оказывается иногда не очень доступной. Они не всегда понимают вообще, что это такое общение, для чего оно нужно. Занятия, они имеют очень много специфических моментов, и не всегда родители могут эту специфику детям организовать. Хотя бы в плане количества повторений тех или иных действий, которые ребенка должны чему-то научить. Врачи рекомендовали Мише пройти специализированный курс занятий стоимостью 149 тысяч рублей. Собрать такую сумму самостоятельно родители мальчика не в силах. Много денег уходит на оплату съемного жилья и лекарства для Миши. При этом работает только папа, мама ухаживает за сыном. Перевести средства на помощь Мише можно, сканируя QR-код, который вы сейчас видите на экране, или отправляя смс-сообщение со словом «чудо» и суммой пожертвования на номер 7878. Вместе мы можем больше. Сегодня именно ты нужен Мише Абраменко.